Мамуль, а что это? Милая, ну наконец-то. Теперь и ты можешь видеть людей, которые думают о тебе. Ух ты. Ну что, там уже есть кто-то? Там записано только ты. Отлично. Машунь, если кто-то появится еще, ты мне обязательно скажи. Привет, мамуль. Дорогая, ну что, у тебя больше не появились имена? Мам, ты уже 10 лет у меня спрашиваешь. Ничего не меняется. Там только ты. Маш, пообещай, что ты скажешь, если там кто-то появится. Обещаю. Люблю тебя. Маш, ты сейчас будешь в шоке. Наша там думала обо мне. Серьезно? Вот этот наш физик? Да. Фу. Ага, еще тот проказник. Маш, смотри, Макс тебе глаз не сводит. Проверь, он думает о тебе. Да. Томас, так может быть ты подойдешь к нему и вы поговорите? Не сегодня. Может быть завтра. Ну и зря. Мамуль, я уже дома. Ну рассказывай, как прошел твой день? Что нового? Да, как всегда, все нормально. Мам, а кто такой Артур? Откуда ты знаешь это имя? Он что, сейчас думает о тебе?